университет, город Кропивницкий. Я Ишанкулов Хандамир, учусь в втором курсе университета Каразина, факультет международного права. Я приехал из Ташкента, и с учебой из Каразина нам помогает компания Баракат Алаба. Здесь преподаватели нам очень помогают, чтобы мы стали хорошим кадром в будущем. И кроме этого, у нас каждый месяц будет праздник, и мы встречаемся с остальными узбеками и с иностранными студентами, чтобы отмечать национальные праздники и все остальное.